миллион, Артур, миллион! Всем привет! И ты попал на канал Вилка, а это значит, что нужно ли себе чай взять, печеньки и готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. А мы с тобой сегодня смотрим кей-поп, и сегодня у нас группа Shiny. 8 клипов будет у нас по возрастанию, начиная с 2008 года по там какой-то 2020, это мы уже попозже с вами поймем. Донатное видео, донатный клип, донатная реакция, соответственно, мы... Кому нужно сказать спасибо? Кому мы говорим спасибо, мы говорим Линкси. Линкси? Да, правильно сказал? Правильно. Не знаю, правильно, неправильно. Правильно. Поэтому могу сказать так. Кристина, спасибо тебе большое за поддержку канала. Пламенный тебе привет вот за то, что заказал у нас реакцию на группу Shiny. Поэтому с удовольствием мы ее обязательно посмотрим. Послушаем. Поэтому вот, если кто-то тоже хочет, чтобы мы посмотрели его реакцию, а таких много, потому что постоянно пишут, вот посмотрите вот эту группу, вот эту вот группу, вот эту вот группу, вон ту и ту и эту. Берите пример с Кристины. Кристина делает все гораздо проще. Она Кристина берет... не писала в комментариях, Кристина просто написала в личку. Она просто задонатила, и все у нас получилось по красоте. Вот. А те люди в комментариях, которые пишут, что не умеете, не делайте... Это наболевшие? Да. Вы же как-то научились ходить. Что за фраза? Вот зачем смотреть, если не знаете? Я вот вообще... Зачем делать, если не умеете? Нет, меня тоже это, конечно, немножко... Вот ребенок научился ходить. Почему? Потому что он падал, вставал, падал, вставал, падал, вставал и научился. Угу. Вы сами не умеете, не делайте. А мы не умеем и будем делать, понятно? Ух, как она! Да у меня горит вот конкретно с этого комментария. Короче, нас сегодня двое, вот неожиданно. Обычно мы всегда кей-поп снимаем втроем, но сегодня нас двое. Ой, неожиданно. Сегодня нас двое, поэтому эксперта за кадром голоса нет. Будем разбираться сами. Если это эксперт будет смотреть, чтобы ему стыдно было, что он не пришел на наши съемки реакции. Кристина нам написала, между прочим, сообщение об этой группе небольшое. Ну, как... Ну, там краткая информация по группе, в общем. Все, что мы знаем, это то, что она написала. Вот. На протяжении наверное, расскажем, что там было. Ну, что? Давай, говори. Все. Ну, ладно, вот, короче, вот эти вот эксперты в чате, которые постоянно пишут, вам же нужно сначала посмотреть миллион видео про эту группу, прочитать 100 миллиардов страниц биографии каждого участника, понять, с кем это он... Это фанаты, их можно понять. И только после этого вы можете смотреть реакцию на эту группу. Нет, ребята, вы что, вы прикидываете, вы прикалываете, что это? Мы снимаем реакции именно потому, что мы не знаем, в этом и кайф, в этом понять непонимаемое, посмотреть несмотрительное. Несмотрибельное. Нет, несмотрибельное — это то, что нельзя смотреть, а я говорю смотреть то, что мы не смотрели, то, что мы не знаем, в этом и суть. А то, что когда ты изучишь про каждого члена группы, то, что ты узнаешь его биографию, тебе здесь уже ничего смотреть не интересно, ты будешь знать вообще каждое движение, чем оно обосновывается. Это что такое? Вообще, это реакция, что ли? Это то же самое, что посмотреть 100 раз какую-нибудь серию, а потом записать на нее реакцию. Какая будет реакция на то, что ты уже 100 раз смотрел? Нулевая, я понял, нет, ты тебе вот себе все говоришь. Все, погнали. Первый клип у нас Replay 2008 года. 8-го? 2008 года, не знаю, почему там 22 год снизу написан. Но он вроде бы 2008 был. Все, смотрим. Ой. Replay, replay, replay.
Да, я понял. Конечно, вайб. Какой? 2008-го? Реально. Блядь, тихо. Ну вот такая, да, наверное, у меня была. Вот такая. Как раз, наверное, в 2008-м. Блин, это клип из разряда Gym Class Heroes или там какой-нибудь Мадонна с Тимберлейком. Ага. Нет, ты на самом деле... Офигенно. На самом деле, если поменять здесь персонажа на Билана и немножко локализовать песню под русский, будет, да? Один в один, я думаю. Вот. Просто Билан так же одевался. В те года, да. Майки, типа, джинсы такие рваные, узкие. А, и песня была у него такая же. Так, прям один в один. Кто-то, на корейском. Кто-то у кого-то слезал, я вам отвечаю. Да нет. Блин, прикольно. Это вайб MTV какой-то. Да, да, есть такое прям, да. Песня прикольная, приятная на слух. Да, я бы добавила даже себе, на самом деле. Про любовь. Мне понравилось. Про любовь, да, вот это про морковь говорит. Сердце мое стучит, когда ты идешь ко мне. Мои братаны для тебя... И я тоже для тебя. Вот они, видите, все вместе. Соответственно... Перевод неточный, если что. Перевод немножко кривой, вот, но что поделать. Не знаю я, кто из них влюблен в него. Наверное, тот, кто в центре по логике вещей. Давай попробуем узнать, кто где. Но пока сложно. Возможно, все в нее влюблены, но, скорее всего, один. Остальные просто как бы так для массовки. А они здесь молодые еще, здесь им сколько? Да, по 14, по 16, да? Думаешь? Да? Конечно. Конечно? Конечно. У меня есть вот здесь эта шпаргалка. Вот. А, до, да, 2008 года песня? Да, от 14 до 18 им здесь где-то примерно. Вот где-то в этом диапазоне им тут лет. Так что все молоденькие еще. Попробуй узнай вот эти фотки, которые ты там открыла в своем гугле. Кто из них есть кто? Не догадаешься. Ладно, я в следующих клипах пойму. Нет, на самом деле там был чувак, у которого такие большие глаза и темные. Вот я его узнала. Это вот... Эмин, наверное. Который? Такой щёчки такие у него. В кепке который? Вот это? Это, наверное, Минхо. Вообще не понять.
это Ким. Нет? Да, наверное. Похож. И Ким. Во, да, скипчик. Блин. Это вот... Да нет, не Аню. Нет. Ты давай, ты вот сейчас лишнее скажешь, тебя же захейтят в комментариях. Да, я сейчас двух... Короче, двух чуваков одним назову. Или наоборот. Короче, ладно, потом разберемся. Вот, а так миленький, реально, вот прям вайб полный такой 2008-го, прям, а, как старый, как давно это было. По, со школки приходишь, короче, учаешь MTV, какие-нибудь веселые клипчики оттуда смотришь. Вот этот прям. Ну, если ты в Корее, то, наверное, да. Ладно, давай, пойдем к следующему клипу. Следующий у нас с вами клип «Ринг Динг Донг», 2009 год. Много здесь их на экране. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 10 человек. Скорее... А вот это в группе 5 пока. Ну что. Вот 5, наверное, видишь, они выделяются, у них пиджачки модные, там вот они, волосы так, модные. Так, короче, по центру это Джон Хён по-любому. А остальные, это, наверное, под танцовку. Видишь, они одеты такие серенькие, не выделяются никак, вот поэтому... Поэтому вот. Baby, neke bane bori, neke waite. Так, ну это прическа еще круче. На машине времени. Зверь, ты лето. Вообще крутой.
как? Какие-то ангелы Чарли. Блин, вот это круто! Я вообще понравилось тебе, да? Да, вообще вот прям вот этот вот рейв с ринг-динг-донгом прям нормально вставляет. Блин, прям можно переслушать здесь начало. Нет, мы реально как будто на машине времени перемещаемся в пространстве. Для этого тут было. Что слушает такая? Давай, давай дальше. Бля, можно на будильник ставить. Ты что, узнал всех? Да, я, знаешь, что узнал? Во-первых, между тем и этим клипом год, а прически поменялись-то сильно. Ну, потому что мода поменялась. Это что такое вообще? Это когда это, походу, тут стиль такой, как будто вот... Эмма тогда, да, уже стали популярны. Ну, там Токио Хотел какой-то. Да, 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 вот эта вот вся история. Такие, конечно, у них прически странные. Там они. Так все так одевались. А шарфы вот эти вот. Совсем не узнать, да? Ну, прикольно, конечно. По сравнению, реально, буквально год, а стиль поменялся просто кардинально. Ну, эта группа, она прям old, да? Сколько, 15 лет писали? Ну, уже 16 тогда. 16. 16 лет, прикинь, 16 лет уже, если у кого-то ребенок был, ему уже 16. Он школу 9 класс закончил, представляете себе. Что можно сказать? Что можно сказать? Песня крутая, песню можно прям добавить. Мне прям она зашла. Да, а зашло. Я клип еще добавлю. Клип прикольный, вот, наверное, образы, скорее всего, здесь я бы выделил, потому что локации здесь не сильно менялись, локации были две, или там, ну, максимум три. И обработка такая винтажная, да? Да. И что в том клипе, что в этом, такая зеленая. Ну, может, это просто на плохую камеру снимали, поэтому... Да нет, мне кажется, это для того времени характерно как раз-таки. Вот, и, соответственно, тяжело придумывать сюжет песни, когда тебе показывают три локации и всех актеров в основном вблизи. Поэтому я что могу сказать? Песня пелась про то, что они такие крутые, они такие сумасшедшие, они такие безбашенные, вообще такие невероятные. А у них на крутых тачках гоняют, супер популярные, но в душе они все равно хрупкие, такие чувственные, такие нежные. И не знаю, откуда крылья в конце появились, но, видимо, они как падшие ангелы. Я реально не понял, я вот этот момент вообще упустил. Вроде все нормально, типа они сначала такие, что-то там крейзи пелось, тачка крутая на фоне была, они прям зажигали, потом нам показывают депрессию одного или двух, там они сидят что-то на этом, я думаю, ну все, чувства пошли какие-то. И просто в конце нам показывают крылья, я как это должен сюда подрисовывать, ну... Крылья лишние были, считаешь? Да, ну ладно, пусть будет это реально какие-нибудь падший ангел, день там в конце, давай на них хотя бы посмотрим. Ну такие, типа, видишь, крутые, чувственные, но крутые, как ангелы, вот пусть будет так. Ну вот ринг, это кольцо. Ну да. Звонк. Может, какой-то звон кольца? Возможно, это просто рандомное перестолу. Динг-донг кольца. Короче, непонятно пока. Вот, как-то так. Идем к следующему клипу. Следующая песня наша с вами «Люцифер». Опять-таки, 10-й год. Год спустя нам решили каждый год просто показывать изменения группы, их прически и, возможно, каких-то популярных тенденций. Опять тачки крутые на заднем фоне. Опять пятеро крутых ребят. Только до этого они были в черном, а сейчас они в белом. Yeah.
놓지 않는 것처럼 아직까지도 넌 그렇게 내 맘을 따따따따따 가져놓고 네가 없으면 내 맘이 따뜻하게 만든다 나를 복독하든다면 사랑도 묶인 채 미래도 묶인 채 커질 수 없는데 자유롭게 비워놓고 바라봐 오직 너만 채울게 너만 가득 채울게 아, 그치, 그치 нарисованные машины на заднем фоне. До этого момента важно дослушивать. Ну, я просто, видишь, в моменте, одна секунда, уже следующий клип включился. Кому это надо? Никому. Чтобы вот не переключиться, нужно успеть остаться. Короче, мне очень нравится их вокал. Вокал прикольный, очень, да. Очень, как ну, вот, и клипы, наверное, на 2008-2010 год крутые, но сейчас, конечно, они такие смотрятся, такие. Так это же мода. Ты видишь, во что они одеты? Как нет, здесь вопросов... У меня нету вопросов к их одежде. У меня есть определенные вопросы именно к декорациям. Вот я бы... Вот графика. Графика вот эта вот. Это же... Декорейшн. Задний фон. Как далеко мы продвинулись. Да. Это... В технологиях. Там какая-то вон песня. Видишь, красивая ее. I want you. Возможно, мы до нее тоже дойдем, не знаю. Не помню, по крайней мере. Потрясающе. Вообще офигенно. Я смотрю, короче, каждый раз на их прически. Я такой думаю, неужели раньше кто-то так ходил? Все так ходили, блин. Все ходили так. Мода такая была. Ладно, я ходил как вот это. Конечно. Реально. То есть, когда у меня вот здесь так вот свисало, и здесь вот было выбрито. Наверное, я ходил так. Что хочешь сказать? Хочу тебя спросить. Похоже на Дженнифер Лопес уже. Да. Ну... Это песня... Блин, как она? Нет, подожди. А мы можем, знаешь, как можем рассуждать? Типа ламбада или как-то? Есть два варианта. Либо Шайни все эти клипы написали, и другие звезды из других стран поворовали, либо написали из других стран, а потом Шайни у них поворовали. Короче, кто-то у кого... Почему? Ну, слишком схоже, видишь, ты говоришь. Нет, я сравниваю, потому что это, ну, как сказать-то, по вайбу похоже. По музыке немного похоже. Короче, вопрос-то у меня к тебе какой был? Какой был? Ну-ка, быстренько мне скажи, при чем тут название Люцифер?
Ну, Люцифер — это кто? Это дьявол. Ага. Песня про дьявола. Ага. Но я не задумываюсь о переводе. Так задумайся, я тебе за этим вопрос задал. Был, кстати, прикольный, ты пока думай. Был прикольный момент, когда они вот этот я вот... Я что, на уроке сижу? Да, да, сейчас двойку тебе влюблю. Короче, прикольный момент, вроде бы это было в двух припевах, я так понял, когда они вот это начали, у них рейв начался. Рабохолик. Поняла, нет, момент какой? Там вот дважды сказали рабохолик какой-то. И вот этот вот... Рабохолик. Алкоголик-рабохолик, да. Ты Болик или Додик? Лёлик и Болик, сидим вдвоем с тобой. Вот, и вот этот рэп был прикольный в двух местах, припевчик прям мне зашел вот этот вот. Такой техно, техно пошло немножко сломанное. Ты подумала? Да, это времена брейкданс. Ладно, а при чем тут Люцифер? Да не знаю я. Короче, Люцифер почему? Почему? Смотри, они, видишь, какие крутые опять-таки. Опять крутые. Опять крутые. Опять какие богатые машины. Видишь, какие миллиардные стоят на заднем фоне. И они поют, говорят, Люциферу душу продали. Денег много. Лавеху накидали. Понимаешь? Ага. Все, вот они разбогатели, стали такие ПП. Машины что... рисованные. И какая разница? Потому что Люциферу душу продали. Вот такая вот песня. Все крайне просто. А иначе откуда здесь ничего сатанинского, дьявольского-то и не было? Возможно, конечно, где-то на заднем сиденье чьей-то машины здесь нарисована пентаграмма дьявольская. Просто там ее не показывают. Но она же есть в кадре где-то, правильно? Поэтому и песня так называется. Надо перевод читать, поэтому. Вот такими. Так читай. А тут есть Russian, кстати. Английский-то. Да. Ну, что поделать. Идем к следующему клипу. И следующий у нас с вами клип называется «Вив», то есть «Видеть». «Вью» вообще-то. Ну, «Видеть» же это. «Видеть», «Наблюдать», что-то такое. «Ви». «Вив», я сказал. «Вив». «Вив». «Целя «Вив». Ну, «Вью». «Вью», по-моему. 15-го года. 5 лет только что скипнули их развитие. Как-то так у нас получилось. 10 уснули и уже 15. Пропустил ты пару клипов, походу. Перемотай назад. Давай смотреть черно-белое. Ну, здесь явно по современни что-то было. Только они 5 лет. Сейчас найдем сравнение какое-нибудь. 5 лет, конечно, пролетело. Ой, как красиво. Коррекция. Моду хэмарилитилайкю. Сатавон и санеги джоге вью. Так, у тебя линзы там, что ли? Так, он мити гому мити фонгю. Поиги сизакану месету. Опа! Все раздеваться в этом клипе.
За тобой выехали. Короче, вот если я сравниваю с временем... Ну-ка. Я считаю, это время Инстаграма. Чего? Потому что помнишь, в Инстаграме делали вот эти белые рамки? Угу. Типа фото вставляли на белый фон. И там, получается, из квадратиков вот эта сетка в Инстаграме собиралась с белыми такими этими рамочками. Это то время. Блин, крутая песня про молодость. А почему ты сказала, что ты ее знаешь? Потому что она знакомая мне. Мне кажется, либо она у меня в плейлисте где-то есть, либо я ее где-то слышала явно, потому что я прям узнала эту песню. Не, ну если я не узнала, то стопудово где-то, значит, ее слышала. Да, стопудово слышала. Вот. А я, короче, ну вот опять-таки возвращаясь к названию Weef. Weef, Weef. Вью, блин. Ну, Weef. Да все. Weef. Как скажешь. Вью. Ну, это типа вот наблюдать, смотреть, да, вид, возможно, какой-то. Да, вот. Но Тимур такой, мы не будем такое смотреть. Почему? Когда раздевались. Это такая... вот, и я что подумал? Смотри, видишь полоски, да, сверху? Ну, я подумал, это Инстаграм. Не, а я, короче, по-другому подумал. Бывает такое в фильмах или в играх такое показывают, когда ты как будто бы... Вот ты играл сначала от третьего лица, или тебе вид снаружи показывали, да, как происходит событие. А потом ты вдруг смотришь глазами этого человека. И вот знаете, вот немножко, вот видите, глазки такие прищуриваются, и как бы вот сверху и снизу вот как это... И, соответственно, ты немножко вид уже не полностью видишь, как ты до этого видел. У тебя немножко закрывают глазные яблоки, ну, получается, глаза. И, возможно, типа вот это... Типа ты через прищур как будто смотришь. Да, да, да. И, возможно, это мы глазами кого-то смотрим, и вот это вот с полоски, это его прищур. Поэтому и вью. Вот. Летняя песня такая, да, прям? Да, прям. Молодость, провисение. А им здесь уже, смотри, если это 15-й год, то ориентировочно им здесь около 22. Ну, такие как уже... раз-таки юные. Такие. Да, уже все, уже можно тусить, устраивать рейв, в бассейне голышом купаться. Раньше нельзя было. Раньше нельзя. Вот на самом деле, это вот они сейчас показали просто то, что хотят многие, но получается у единицы, если так вдуматься. Угодно, так может. Ну, я вот сейчас, конечно, в минус 40 побегу, то бассейн не найду здесь у себя. Ну, так это про лето песня. Так и летом я здесь побегу, бассейн не найду. Возможно съездить в бассейн. Ну, не, а они-то, скорее всего, живут, то есть они живут в частный дом, и у соседей там бассейн, или даже у них бассейн, а у меня такого нет. Ну, мы можем переехать куда-нибудь в Америку, чтобы... Вот, а это же не значит, что все могут, вот кто нас смотрит, кто нас не смотрит, кто хочет переехать. Я поэтому говорю, единицы могут такое себе позволить. Можно дом свой построить с бассейном. Да, вот здесь. Вот здесь. У окна. О. Нормально. В снегу на крышу вон там поставить бассейн, можно на крышу залезать и этот... Что продолжал мысль-то? Вот, и, соответственно, возможно, по названию песни, как раз-таки нам показывают вот эту молодость, молодежные движения, как вот можно наслаждаться, что вот вроде бы можно и тусить, а можно и люлей получать. Там, видели, бутылка по голове-то прилетела ни за что. Можно и с девушками там... У них так это называется в Карелии. В Карелии. В Карелии это называется. Нет, в Карелии называется люлей получать. Ты правильно сказал. Они тоже приходят такие. Но если таких люлей, конечно. Нет. На корейском. В Карелии там называется это шишкой получить. Да. В Карелии не было ни разу. Надо съездить. Надо съездить. Шишкой получить. Ты тоже не был. Я шишкой не получал. Вот, ну, короче, хорошая песня, приятная. И вот этот, кстати, клип мне вообще понравился по сравнению с предыдущим. То есть видно рост, много локаций, много движений, много всего интересного, много персонажей. Какой-то сюжетец можно вот придумать, разработать, да, что там история одного парня, возможно, компашки друзей, их летних приключений. Вообще все классно, все приятно, все здорово. Клип сразу можно ставить место. Какое место? Чарт 10 песен MTV 2015 года. Угу.
Пойдем к следующему клипу. Следующий с вами у нас клип Tell Me When To Do. What To Do. А, да, I Don't When. Я не так прочитал, сорян, да, вот. Я думал... А потом он говорит, мне не нужен ваш алгоритм. Да не, я прочитал, типа, скажи мне, хочешь, что хочешь сделать, типа, поэтому when. А тут скажи мне, что ты делаешь, что делаешь, получается. Ну, 16-го года клип, опять-таки, через годик мы с вами смотрим. Будем смотреть, кто там что хочет сделать. Или что делать, да, что делать. Без хочешь. Никто не хочет, все просто делают. Tell me what to do. Tell me what to do. Tell me what to do. Опа, вообще супер локация пошла. Тем не менее, вообще какие симпатюки стали, смотрите. Ну-ка, что скажешь? Эксперт в чате. Пусть эксперт. Ты? Почему? Просто? Вот, что просто? Вот так хочу. Не знаю, я мне предыдущий клип побольше понравился, потому что этот, тут какая-то грустинка есть.
Тут, мне кажется, песня как-то про расставание, что ли. Ты какая молодец, да? Эксперт в чате. Про расставание? Да, наверное. Мне то, что кажется. А, блин, ладно. Не, ничего, давай. Вот, не знаю, мне предыдущая... Ну, то, просто да, тот просто повеселее. Веселее, да. Да, а это такая, она прям лирическая, тут она прям чувствуется вайб. Но, блин, мне нравится рост группы, вот так ты смотришь, прям реально, у них и клипы прям... Меняются. Вообще становятся в разы лучше, и вот это вот, и вот, и песенка мне тоже та понравилась больше, потому что она повеселее. Но это тоже хороша, если так вот объективно оценивать, она тоже хороша. А если вот ты... Вот я сейчас пытался проникнуться, да, и знаете, вот прям мура. Мурашки пошли, потому что я проникаюсь в этой песне, она такая вот приятно томная, и еще в сюжет вникаю, короче, сюжет тоже тебе расскажу сейчас, если ты не в курсе, я все понял. И мне рэп понравился, блин, корейский рэп, оказывается, такой прикольный, что ли? Прям, прикольный, да. Вообще нормально, да, прям качать, нам можно этот, чисто корейский рэп начать слушать, реально, здоровски. Ничего. Блин, вот знаешь, как бы, песня вроде грустная, но сама музыка... Веселенькая. Здесь? Ну, она такая... Ну, она нормальная. Потому что сильно уж не... А я причем подумал, что это продолжение прям прошлого клипа, знаешь почему? Потому что они там компашкой такие веселят, а здесь типа... уже повзрослее. Повзрослее, да. Тусить все еще продолжили, но начали какие-то внутренние терки в компании появляться. Вот не всегда беззаботно можно в компании тусить. Короче... Там как будто им 18, а тут уже 22 где-то. Да. Суть-то в чем? В том, что два парня влюбились в одну девушку. Да, да. Вот, и, соответственно, одна начала мутить с одним, второй начал чувствовать безответную любовь. Возможно, она его кинула, здесь не до конца я понял. Возможно, просто безответная любовь. Он такой, блин, она с другом моим мутит, я не могу отбить ее, но так люблю. Вот, и поэтому он и поет в песне, типа, что мне делать? Скажи мне, что мне делать в такой тяжелой ситуации? То ли спрыгнуть, то ли не спрыгнуть. Ответ не спрыгнуть. Да, аж автоматы на него нацелили, видели? Я вот здесь поймал момент, как это вот фильмы индийские, голливудские, как они называются? Ну, индийский Голливуд, Болливуд? Болливуд. Вот в Болливуде, короче, это индийские фильмы, да, есть подобие Терминатора, когда он такой выходит, и у него перед ним просто 1000 пушек появляются, и все стреляют в врагов. И здесь, когда момент с автоматами был на него нацелен, я думаю, Терминатор появился? А так, блин, ну прикольно, прикольно. Я, да? В принципе, все. Да? Идем, да, дальше. Следующий у нас с вами клип Our Page. Наша страница, да? Что у тебя сегодня с произношением? Наша, да? Наша? Или ваша? Наша же? Наша. Ну, а наша. Page это что? Страница. Я же тебе только что перевел. Правильно. Ну, ты не знаешь. И тебе полностью... Тебя всему учить нужно. Вот, вообще-то, перевод принадлежит Subs for Funds, понятно, я вот в этой организации нахожусь, это я переводил. Да, ладно. Our Page. Грустная песня нас с вами ждет. Потому грустная. Что, Аня, почему? Потому что солист группы Джон Хён умер в 2017 году, и эта песня посвящена ему. Угу. Вот. Правильно. А это клип 2018 года. Соответственно, что... Блин, на самом деле неплохо, когда нам накидывают информацию, мы такие сидим, как будто умничаем, как будто что-то знаем. Как будто знаем, да. Да. Но на самом деле это интересно, конечно. Потому что у нас уже есть одна группа, которая вот тоже так же посвящала уже одному участнику свою группу, ой, свою песню. Ага. Знаешь, кто это? Кто? Угадай. BTS. Не корейская группа. А, да. Белорусы, я тебе так. ЛСП. А, точно, точно, точно. А, да, они белорусы? Да. Нифига себе. Прикольно. Короче, сейчас посмотрим. Тут есть перевод, поэтому будем читать, будем понимать, и все. Думаю, его подстригают. А, его на трос.
느껴지니 이어져 있어 보이지 않는 실 같은 투명한 맘이 말을 걸어 다짐해져 하늘에 그 어떤 힘든 길이라도 계속 갈게 함께 걸어온 길 위에 다시 서보면 다섯 겹 포개진 손과 눈물과 기억 너무 또렷해 잊고 싶지 않아 잊을 수 없어 Очень глубокая песня, конечно. Очень грустно и очень глубоко. И очень мило. А тебе как? Мне трогательно. На самом деле песни красивые. Они даже вот вроде бы из такой грустной темы сделали такую... Песня довольно-таки веселая местами, прям такая звонкая. Она такая светлая. Да, да, она прям очень хорошая. И, соответственно, если бы мы не знали... Даже, как сказать, даже если бы мы ее слушали субтитрами, но не знали,
кому она и зачем она посвящена. Мы бы, наверное, подумали, ну, типа, ладно, хорошая песня, приятная. То есть, именно тот посыл, что нам сказали, что это песня в память, ты уже такой думаешь, блин, ну, конечно, да, грустненько, серьезно. А вот если бы не знать этого момента, то она такая вроде веселенькая, приятненькая. Ну, вот, я бы опять подумал о том, что, ну, здесь они, наверное, поют о своей жизни, там, что-нибудь такое. О поддержке кого-нибудь. Это вот к слову о том, что нам пишут как раз-таки, что мы не знаем полностью историю, как бы и судим, потому что сами придумываем. Видим и слышим. Но у нас нет вот этого контекста как раз-таки. А когда контекст есть, видите, поняли. Вот я тебе говорю, что даже если бы мы субтитры просто читали и не знали бы, вот я просто попытался абстрагироваться, да, они поют про какого-то пару, типа, что они вместе. Ну, мало ли кто это может быть. Может, они отца сейчас вспоминают, такие, блин, отец там туда-сюда, мы всегда с тобой будем вместе. Или, я не знаю, или друг какой-нибудь вообще просто знакомый, рандомный. Ну, то есть, вариантов много, и вот и даже имея текст, не всегда можно понять, о чем же здесь конкретно идет. Вот так песня очень красивая, да, даже клип тоже красивый местами, тут прям хорошие кадры, хорошие это сделал. И мне нравится, что самое главное, вот и по прошествию времени у них так прическа становится нормальной, не то что в 2008-м, внешность становится лучше выглядеть. Эти прически нормальные были. Были. Для 2008 года, вот так. Вот, ладно. Погрустили. Погрустили. Давайте повеселимся, может быть, в следующем клипе. Следующая песня у нас под названием «Не звони мне». Не звони. Не звони мне, не звони. Русская такая песня есть, да? Позвони мне, позвони. А, потом позвони. Позвони мне, ради бога. Вот, ради бога. Значит, и бог здесь будет в этом клипе. Упаси боже, знаете выражение? Вот это как раз-таки оно. Вот если позвони мне, позвони ради бога, то здесь не звони мне, не звони. Не звони ради бога. Да, упаси боже, чтоб ты мне позвонил. Надеюсь, клип будет такой же веселый, как наше предклиповое настроение, потому что после... Потому что после грустного клипа хочется веселее. Да, я, кстати, не знаю, какого года песня, я забыл посмотреть, но, наверное, 21-го, если слева снизу написано. Так что совсем свеженький пирожочек. Ну, как пирожочек. Бы на 2008-м нам было написано 2022-й. 23-й даже вроде бы. 22-й, да. Опа! О-о-о! Что это такое? Мы такое любим. Такой не... Мистика пошла какая-то, смотри. Ой, серьга прикольная. Птичка. Не, за столько лет у них даже хореография стала лучше. В разные.
Да. Те, которые уже, яркие, уже модные, да, сочные, как-то? Модные, да, вот эти вот вкусные, ага. Танцы офигенные, вот эти одежды пуперская, ага. Суперская. Вот да, вещь. Да, все вернулось к тому, с чего мы начинали. Блин, я не могу понять, то ли из-за того, что мы кей-поп давно не снимали, я уже отвык придумывать истории, то ли у этих ребят все клипы слишком абстрактны, у них нету какого-то... И что, ну не звони мне. Ну, я вот, не... ну не звони мне, я стал крутым, понимаешь? Да. Ты говорила, понимаю. Что я лох, а я стал классным. Да, я понимаю это. А, но все равно, для этого, когда смотрели, прям видно, какой-то сюжет прослеживался, да? Что у тебя такое, ножка от микрофона? А, да. Пало. Да. Вот. А, не понимаю. А здесь у них какие-то вот, они всегда какие-то абстрактные локации, какие-то абстрактные ситуации. И вроде названия меняются, а ситуация не проясняется. Вот что могу сказать. Это потому, что нужно читать перевод, я думаю. Ну, раньше ты у меня в прошлом... Скорее всего, вот у ты них просто хорошие тексты. Ты посмотри мои реакции вот это, на кей-поп. Я там такие вам сюжеты расписывал. А тут тебе сложно, а да? Тут что-то сложновато. Но... Да, так, наверное, оно и есть. Я слишком крутой, не звони мне. Мне кажется. Не знаю, про Богу тут сказали, не сказали, наверное. Это важно, конечно. Кстати, по поводу субтитров. Английский. О, вьетнамский? Нет. Нет, нету. Вот, а так, опять-таки, симпатичный клип, красивый. То есть, видно, вот, они, я не знаю, то ли с возрастом красивее становятся, то ли их мейкить начали еще круче там с каждым годом. Здесь же все работает в совокупности, типа, и костюмы, и локации, и графика, и сама музыка, песни, то, как они поют, как они танцуют. Офигенно, до крутого уровня дошли. Да, да, песни у них, кстати, прикольные все. Сколько прослушаешь, вот когда все... вот так вот смотришь, понарастаешь, да, это прям, приятно. Блин, они офигенно. Они когда выросли. Вот эти вот в горки, вот эти вверх-вниз. Да, да, да. А так да. Ладно, давай идем к последнему клипу. Последний наш с вами сегодня клип называется «Хард». Что-то жесткое. С жестким мы закончим. Он. Это жесткий горячий пирожок, только что из печки вывалившийся, потому что совсем недавно клип вышел. Полгода назад буквально. Полгода, понимаете? Свежак смотрим, получается. Да, вообще, вот это пик их возможности, судя по всему, с которым мы должны с вами познакомиться. Вы где-нибудь видели такое пианино? Нет, невероятное? Кольцевое. Что... Прикольно смотрится. Да. Кольцевое пианино, чтобы ты вот куда ни повернулся, везде мог играть. Там вообще все вариации возможных нот существуют во всех их интерпретациях, судя по всему. Какое? Слетел наушник. А где звук? У меня есть. Был у тебя сейчас звук? Включи. А, да. Чему-че?
Какие? Посмотрите на них. Давай вот так, наверное, за... Почему трое? Где четвертый? Кстати, непонятно, да. Потом бежал. Бежал. Что скажешь? Про криминал. Какая-то криминальная Россия у нас. Когда жесткий криминал. Хотя здесь вообще много чего намешали в этом клипе, ты заметила? Здесь вроде были какие-то лирические мотивы, потом какие-то жесткие мотивы, рэпчик тут зачитали, да. Современный, вообще столько всего намешали, и по дизайну клипа тоже как бы намешали много всего. И причем вот этот момент, где вот это вот, да, когда они вот это, кто-то делает эффекты, рисуют, и... Где там было еще на фоне? Во, вот это вот. И оно вроде бы из вот как раз-таки 2010-х, когда делали вот эти странные, вроде бы прикольные, но такие дешманские эффекты, но здесь они смотрятся круто. То есть вот вроде эффект тот же самый, а-ля 2010-й, но когда его вот хорошо делают, когда вот его там, не знаю, постобработка, да, какая-то... Да, его, ну не только в тему, его и качественно делают, то есть прям приятно смотреть, вот как-то что-то в этом есть. А не просто как вот... Раньше вроде то же самое делали, но ты смотришь такой... Что такое вообще? Что-то не то. Да, а так... Так вот как-то так. Прикольный клип. Пушка-бомба. Прикольный клип по насыщенности цветов, по вот всяким визуальным эффектам. Здесь вообще придраться не во что. Вот я люблю, когда клип прям насыщен. Придраться не к чему. А я что сказал? Не во что. Да? Да. Вот, люблю, когда клип насыщен всякими приколюшками визуальными. Блин, вот это тоже прикольно, да, с пианино? Блин, с пианино вообще... Казалось бы, блин, просто пианино, вода синяя. Да, но смотрится прикольно здесь тоже. Вот, по тексту... Припев очень понравился, песня вообще суперская, я тоже ее добавлю. Песня, кстати, да, тоже прикольная, но фаворитом сегодняшнего дня для меня это... Что там? Ринг-динг-донг? Ринг-динг-донг? Ну это ты что, там такой припев шикарный. Это, а мне вот это понравилось. Нет, это хорошее, это объективно хорошее в целом. А ринг-динг-донг там припев пушечный. Ты вообще где-нибудь видел такой припев крутой? Выигрывает, как бы я считаю, чисто за припев. А вот это, а как песня Юлика, вот это вот? Юлика, Юлия из Тугарина змея, который...
Дон Дигидон. Вот. Дон-дон, вот, это вот, возможно, да, возможно, да. Тоже ничего. А Дигидон. Ну, на самом деле, хорошо, что не получилось видео. Реакция хорошая. Да, единственное, конечно, тяжело было по сюжету подвязать. Здесь вот тоже, вот, ну что в этой серии видео? Ну, хард, ну что, жесткая им, криминальная жесткость какая-то. Мошенники, хулиганы, жестко. Жестко разбираются со своими плохими фанатами, жестко разбираются со своими плохими поклонниками и жестко разбираются с теми, кто хейтит реакции тоже. Они все это жестко за нас вступаются, сразу говорю. Понятно? Понятно. Тяжело было, конечно, придумать какие-то сюжеты, а так прикольная группа. Хорошие песни, на самом деле, у них все. И очень хорошо прослеживается рост. Прям тоже приятно. Еще раз скажем спасибо Кристине за поддержку канала обязательно. Передаем еще раз приветик. И что еще надо сказать? Что в следующей неделе, наверное, будем смотреть Тэмина. И вот как-то так. Наверное, да. Спасибо за просмотр. Обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе серия. Как тебе реакция? Залетай как в Телеграм. Как тебе серия? Залетай... серия роликов кей-поп. Давайте. Да. Залетай в Телеграм, оставь общение, анонс. Подписывайся на Бусти, ранний доступ, эксклюзивы. И увидимся с тобой в следующих сериях. Всем пока. Пока-пока.